В предыдущих сериях. А ты спроси, с чего это вдруг он на тебя запал? Он хочет позлить меня. И зачем ему это делать, дружочек? Я позвал тебя на пляж специально, но потом... Хватит болтать. Ничего у нас не выйдет. Я могла бы выиграть конкурс, но мне все равно. Репетиции к финальному годовому спектаклю Питеру Пену уже завтра. Это ваш последний шанс ярко закончить год, особенно пока победители конкурса заняты. Австралия, вот твои победители. Скрин Австралия и австралийская телекомпания представляют. В ролях Ксения Гудвин, Алисия Беннет, Дэна Каплан и Си Дюрант, Том Грин, Джордан Родригес, Томас Лейси, Тим Пакок. Танцевальная академия. Жутковато, но факт. Люди составляют мнение друг о друге за первые секунды знакомства. Продюсер Джоанна Вернер. Он считает, ты его не замечаешь еще с конкурса. Ну да. Чтобы все упростить. Боже, Зак, разви наши сомнения. Мы незаметно для себя делим людей на типы. Итак, в грядущей постановке балета «Питер Пен» главную роль получает Кристиан Ритт. Есть мрачные мизантропы, есть всеми любимые красотки. Фея Динь-Динь, конечно же, Катрина Кармаков. Есть люди, идеальные до невозможности. Джон Дарлинг, сэр Бенджамин Тикл, автор сценария Кортни Вайс. Школьный клоун, умеющий всегда говорить не в попад. Режиссер Дэниел Нетхайм. А вы уверены, что я не танцую Питера? Последняя, но тоже важная роль. Венди Дарлинг сыграет Эбигейл Армстронг. Слабаки прочь с моей дороги, а то пожалеете. Поздравляю. Стоит попасть в одну из каст, и остается два пути. Смириться или бороться с ней. Хватит. Это шанс отучиться последний год в одной из лучших балетных школ мира. Просто еще совсем недавно мы здесь были худшими студентами. Ирония здесь неуместна, Сэм. Сделайте выбор к концу недели. Мисс Рейн, здравствуйте. Мне дали роль Венди. Я слышала, репетиции прошли отлично. При всем уважении, по-моему, это не моя роль. А я хотела бы танцевать Венди. Вам стоит сосредоточиться на конкурсе, а тебе, Эбигейл, поработать над своей скромностью. А теперь вон, все вон. Грейс не отвечает на мои письма. Как она? Не знаю. Пойдем немножко погуляем по городу. Да ладно, можно остаться дома и смотреть кино. Пятую ночь подряд Питер и Динь-Динь не застряли в рутине. Если бы вы могли пожить в любой стране один год, где бы это было? Тара, ты избегала меня слишком долго, так что теперь слушай. О, нет, пожалуйста. Нам столько нужно сказать друг другу. Давай не будем держать камней за пазухой. Ты все время отшиваешь меня, но ведь на самом деле любишь. И ты знаешь, как мне стыдно. Заговори со мной, и я готов на все. Иначе тебе придется смотреть, как я танцую вечно. А теперь поцелуй же меня. Давайте, миритесь! Давай поговорим в другом месте. Что, тебе не понравилось? Спасибо за песню. И я тебя прощаю. Вся эта история на конкурсе в прошлом. Фаза 2. Быть рядом, излучая любовь. О да, девчонкам это нравится. Хоть кого-то роль Венди прославила. Это как если бы Плесецкая танцевала в массовке, а Уланова лишь танец маленьких лебедей. Это глупо. Я уверен, что ты круче Плесецких и Улановых. Ты права.
Тебе скучно? Вовсе нет. Просто я сам не особо и разбираюсь в балете. И добро пожаловать в мир простых артистов. А чем ты еще увлекаешься, кроме балета? Пилатесом. Контролем питания. И нашим океаном. Люблю морскую живность. Заботиться о ней или есть ее? Когда как. Своди меня в океанариум. С детства там не был. Ты как будто зовешь меня на свидание. Возможно. И снова Россия. Это знак. Теперь я. Опять. Вкуснотища. Сэмми, хочешь конфетку? Прости, Тара, их быстро разбирают. Представь себе жить в России. Меховые шапки, катание на льду. Мне кажется, или здесь жарко? Нет, здесь действительно жарко. Невыносимо. Пошли с нами смотреть ужастики, если хотите. Заодно поможете расправиться с едой, которую я наготовила. Я люблю русское кино, но сейчас оно... Я иду. А задумывалось все совсем иначе, да? Либерман, отойди, пожалуйста. Ты много знаешь о рыбе? Эбигейл, отойди, пожалуйста. Отойди! В каком смысле? У меня свидание в океанариуме, и надо стать экспертом за сутки. У тебя свидание? А почему бы и нет? Действительно, просто я не ожидал. Тебе напомнить, сколько раз ты мне должен? Пропускаю занятия, готовясь к свиданию. Нельзя все время думать о балете. Венди — главная роль. Скучная, простенькая. Но главная. Если буду пропускать уроки, Зак уберет мои соло. У Зака столько хлопот, он ничего и не заметит. Или найдет замену. Ну, пожалуйста, подготовка к конкурсу только завтра. Ладно, Тара, но тебе придется репетировать с Эбигейл. Я сыграю Венди, это моя роль. Я вижу. А где Эбигейл? Ей плохо, чем-то отравилась. Понял, ладно. Сегодня репетиция посвящена персонажам. Бен и Тара, обсудите отношения брата и сестры. Рад, что ты здесь. Кристиан и Кэт, вы пройдете дуэт Питера и Динь-Динь. Ну, со мной. Очень артистично, Кэт. Очень здорово, ребята. Итак, я старшая в семье, а ты средний. И должно быть, тебе не хватает внимания. Я знал это. Знал что? Отложить подготовку ради роли Венди. Ты здесь из-за меня. Бен, ты болтаешь с полным ртом, не пользуешься одеколоном, и я уже 5 раз ловила тебя на ковырянии в носу. Это неправда. Ну и? Ты идеален в роли надоедливого братца. Здесь 18 видов пингвинов. Самый маленький ест 200 граммов рыбы в день. Ну, просто экскурсия. Я поражу Фина своими знаниями о жителях морей и океанов. Какое волнующее свидание. Вперед, в туннель с акулами.
Давай же, Кэт, у Питера новая подружка, он тебя не замечает. Что ты чувствуешь? Голод? Простите, я всегда голодна. Ревность. Покажи нам, что такое ревность. Я не очень ревнивая. Зато Тинк ревнует. Придется постараться. Акула сменяет по 30 тысяч зубов за жизнь. Акула сменяет по 30 тысяч зубов за жизнь. Это ограбление. Отдай. Зачем ты здесь, если не хочешь помочь? Я, может, тоже хочу обсудить свои проблемы. In which international school I'm gonna pick if I win the pre? Shh, Sammy, my problems are real. Why is it so? Почему ты так хочешь впечатлить его? He should be impressed enough. Ты должна впечатлять его сама по себе. Он очень интересный человек. Мы все интересны. Он умный. Okay. Тогда давай отрепетируем свидание. Итак, ты очаровала его своими познаниями в пингвинах, и он подсел ближе. Обнимает тебя. А что потом? Просто сидеть и пялиться на рыб? Скучновато. Ну, ради этого и ходит в океанариум. Пялиться на животных? Наслаждаться чудесами природы. Я правильно делаю? Фу, Бен! Отпусти! Отпусти! Младшие братья такие надоедливые. Отлично, ребята. Вжились в образ. Перерыв. Поработайте над своим трио. Ревность Динь-Динь. Найди ее. Пожалуйста. Можешь порыться в моем телефоне. Так обычно ревнуют. Ну и кто эта девушка, что шлет тебе такие ласковые письма? Так это же я! Ладно, я пишу тебе, что такое ревность. У тебя холодеет кровь, сводит желудок. И ты готова стрелять лазерами из глаз. Ладно, тогда вы репетируйте свой дуэт, а я буду завидовать этим худышкам. Да, что-то начинается. Холодная кровь сводит живот. Продолжайте, будет полезно. А как насчет шведского балета? Да, там хорошо жить. И отличные преподаватели. Но мало эмоций. Откуда ты столько знаешь о разных странах? Ну, я читаю газеты, книжки, интернет. Я его ничем не займу. Я типичная глупая балерина. Нет, ты Эбигейл Армстронг. Тебе плевать, что о тебе подумают. Мне важно, что я сама о себе думаю. Я поняла это, занявшись мюзиклом. Есть целый огромный мир, не связанный с балетом. Смотрите, я лучшая балерина в мире. С дороги, смертная. Ты что, не знаешь, кто я? Я Тара Вебстер. Вообще-то это мое. Отдай. Да, иду. Иду.
Что? Не нравятся шутки младшего братика? Слушай, я извинился за то, что было на конкурсе. Я даже спел для тебя. Дело было не во мне. Ты старался ради себя. Нет, ты мне просто нравилась. Правда? И чем же я тебе нравилась, Бен? Мне многое в тебе нравится. И я смогла сказать об этом честно. Представь, как мне было страшно после такого года. Но ты не чувствовал того же. Признайся, ты меня донимаешь только потому, что мне уже не интересно. Видишь тех людей? Они, может быть, никогда не были на балете, но они счастливы быть капитанами кораблей. Или продавцами. Я могла бы отлично продавать товар. Да, ты на это способна. А что насчет третьего курса? Есть конкретные планы? Здесь нет всемирно известных хореографов. Только одно крупное балетное агентство. Наша школа довольно молодая. Здесь не то, что в Англии или в России. Считаешь, надо уезжать? Я этого не говорила. Как тебе удается так легко нравиться девушкам? Есть какая-то секретная техника? У меня никогда не было настоящей девушки, даже на день. Может, поговоришь об этом с Сэмми? Ладно, тебе точно нравится Тара? Да, она очень милая и верит, что жизнь должна быть как в кино. Да, она такая. Она думает, что отшила меня, но не тут-то было. Мне кажется, надо забыть о Бене. Тара особенная. И для нее надо сделать что-нибудь особенное. Не очень-то его слушай, Бен. У него фантазия не идет дальше просмотра ужастиков. Тут нужно что-то другое. Я знаю, что делать. Отлично, Кэт. Я прямо чувствую, как ты пышешь ревностью. Страшновато. Чего я и добивалась? Я не ухожу из Академии, мисс Рейн. Просто сейчас у меня нет времени на главную роль. Почему? По-моему, мне надо расширять свой круг интересов. Здесь меня готовят к жизни в мире танцев, но не вне его. Эбигейл, студенты с природным талантом могут позволить себе не выкладываться на все 100. Но ты не из их числа. Ты либо отдаешь балету все, либо бросаешь его. Приходите все на пляж, приглашаю. Интригующе. Это Бен. Отказать. Итак, ребята, нам осталось лишь немного поговорить о героях спектакля, и все могут идти отдыхать. Кристиан, что ты думаешь о Питере Пене? Ну, он не хочет вырастать. Да, это главное. Но добавь что-то от себя. Он хочет все и сразу. Ему нужен один день, потому что она замечательная и всегда готова прийти на помощь. Но в глубине души он любит Венди. Почему? Она побуждает его быть лучше, чем он есть. Но это же его и пугает, и он бросает ее. Ищет, чем бы отвлечься.
точно надо идти. Прости меня. Так извиняются в России. Я всегда слушаю тебя. Но если ты хочешь, чтобы я ушел, я... Умеешь ты давить на жалость. Но я правда хочу остаться. Тогда оставайся. И после всей этой подготовки ты отменяешь свидание? Я немного повстречаюсь сама с собой. Учить китайский? Охотиться на привидений? Поплавать с акулами? Ничего себе! Этим я займусь после третьего курса, когда будет время. Вот как? Я сам такой составлял до первого курса. Могу помочь с исполнением. Ты, может, тогда уже будешь в Берлине и никогда не вернешься. Не говори никому. Но если я выиграю, выберу Сидней. Я так решил. Ты веришь мне? Он совсем ее загонял. Слишком старается. Итак. Сейчас тот момент, когда девочка-простушка должна сказать парню, в которого влюблена, что так дальше не пойдет, потому что он еще влюблен в другую. А ты должна отбиваться и утверждать, что я не права. Кэт, слушай, все эти глупости про ревность... Раскрыли мне глаза. Теперь я вижу, как все обстоит на самом деле. Кэт, я не хочу вернуться к ней. Правда? Возможно, мнения составляют за первые секунды знакомства. Но чем дольше ты знаешь людей, тем хуже они умещаются во всякие типы и касты. И тем сильнее они меня удивляют. Русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.